Всем привет, подписчики и зрители канала! Сегодня поговорим про интернет-магазин Computer Universe. А именно я расскажу о изменениях на сайте computeruniverse.net. Сразу скажу, что computeruniverse.ru не потерпел никаких изменений, там все абсолютно то же самое. Ничего не поменялось, они верны своим традициям, и сейчас этот сайт абсолютно для меня, я думаю, для вас тоже не интересен. Computeruniverse.net представляет гораздо больше выбор товаров, совершенно изменилась категория оценка, изменилось визуальное оформление, и поэтому все, кто заказывают, лучше заказывайте на computeruniverse.net. Несмотря на то, что на английском либо на немецком языке там все это интуитивно понятно, куча инструкций у меня есть на канале в том числе, где вы можете разобраться о том, как заказывать правильно и как действительно экономить по сравнению с computeruniverse.ru. В общем-то, сейчас перейдем непосредственно на сайт, затронем какое-то визуальное обсуждение, и так уж сложилось, что я делаю абсолютно все ролики, связанные с этим сайтом, поэтому и текущий ролик обсуждения изменений тоже я решил сделать. Итак, не будем с вами долго медлить, и мы уже на сайте. И вот теперь мы уже на сайте computeruniverse.net, но сразу спешу кого-то огорчить, кого-то порадовать. Мы с вами на обыкновенной, на стандартной версии сайта, то есть она не обновленная. Тут мы с вами не увидим всех примочек, плюшек, которые увидим в ближайшее время. И это связано с тем, что тестирование новой версии сайта прикрыли. Я был одним из тех, кто тестировал новую версию сайта и, конечно, расскажу о впечатлениях. Но, тем не менее, перед вами самая обыкновенная версия сайта, самого обыкновенного computeruniverse.net. Тем не менее, когда сайт обновится, это будет явно в этом году, мы с вами увидим следующее. Во-первых, когда мы с вами будем выбирать страну доставки, если мы с вами единоразово выбрали Российская Федерация, то в дальнейшем при заходе на сайт мы ее будем видеть в списке стран. То есть в куке, скорее всего, сохраняется информация, и мы здесь ее увидим, и это достаточно удобно. Раньше такого не было, имейте в виду. Два языка таки останутся, английский, немецкий, русского не добавится, ну да и черт с ним. В принципе, все интуитивно понятно, я даже не буду затрагивать эту тему. А вот теперь, что действительно интересно. Во-первых, сильно преобразуется раздел «Оценка». Он уже начал немножко преобразовываться, то есть вот это окошко выглядело иначе. Итак, отличие с computeruniverse.ru. Во-первых, ассортимента и товара на computeruniverse.net на обновленной версии сайта будет гораздо больше. Но просто гораздо больше. Я уж не знаю, с чем это связано, но почему-то оценка на computeruniverse.ru, больше половины не чекается оценка та, которая есть на computeruniverse.net. Тем не менее, для того, чтобы максимально экономить, переходите на computeruniverse.net и заказывайте именно здесь. Потому что на версии .ru почему-то не вся оценка выложена. Как будет в дальнейшем, я не знаю. Думаю, что .ru тоже подтянется. Но, тем не менее, когда это будет, никто опять-таки не скажет. И лучше пользоваться тем, что дают нам сейчас, и не ждать никаких обновлений и прочего. Далее интересный момент, интересное обновление, которое коснется, как мне кажется, всех. Если раньше выбирали страну доставки России, даже вот на computeruniverse.ru, который доставляет только в Россию, мы с вами могли видеть кучу товаров, которые не доставляются в Россию. Это очень тяжелые товары, крупногабаритные, телевизоры, там всякие холодильники. То теперь, когда мы с вами будем выбирать страну доставки Российской Федерации, мы будем видеть лишь те товары, которые можно купить. То есть формально, если раньше, грубо говоря, весь ассортимент товаров Computer Universe это 100%, то процентов 40 точно не доставлялись. Бытовая техника, вот какие-то опять-таки стиральные машины, сушильные машины, все это не доставлялось по причине большого веса. Теперь мы просто не увидим эти товары. И это круто, потому что когда мы с вами выбирали, например, какую-нибудь полезную безделушку на там 10-20 евро, то мы с вами могли видеть 36 страниц, из которых 20 страниц товаров, которые не доставляются. Теперь мы такое не увидим, все гораздо лучше, проще и, как мне кажется, круче. Единственное, нужно будет, конечно же, администрации сайта более подробно изучать этот вопрос и не делать никаких ошибок, чтобы действительно были те товары, которые можно купить, а не рандомно выбранные. Далее, по ассортименту и наполняемости, конечно же, этот сайт будет превалировать над computeruniverse.ru, само собой, здесь и различного товара будет больше, и категории также будут обновляться. Но тут уже вопрос времени. Все новости, все фишки также будут публиковаться на главной сайте, в этом плане ничего существенно не изменится. Последнее, что изменится из того, что я тестировал, это процесс выбора товара, то есть, когда мы, например, выбираем товар, тот же самый фотоаппарат, вот приведенный мной в видео, мы выбираем, например, характеристики такую, как разрешение, и мы видим, что страница подгружается. В новой версии такого не будет, мы сможем здесь редактировать все, что нам будет интересно, страница не будет подгружаться, и мы будем просто фильтровать товары. То есть объяснить на пальцах, грубо говоря, сложно, но как это будет работать в действительности, вы, в принципе, скоро это все увидите.
Реализовано лучше, да, но нужно будет выключить AD-блок, потому что с AD-блоком это все тормозит. Нужны будут, ну, такие средненькие компьютеры. Я думаю, что на слабых тоже это все будет достаточно сильно притормаживать. Но, тем не менее, реализовали они, и это хорошо. И также есть непроверенная инсайдерская информация о том, что когда сайт обновится, будут раздавать разного номинала купоны. То есть, само собой, там максимум, возможно, 5-10 евро, но, тем не менее, если даже 10 евро будут, ну, как раздавать, то есть, будет, скорее всего, какая-то рассылка, будет определенный там рандом, либо конкурс, по истечении которого можно будет заработать определенное количество евриков себе на счет. Но это не точно. То есть, мне сказали, я не знаю, верить или нет, просто доношу вам, останется лишь подождать и проверить, действительно ли так будет на самом деле или нет. В принципе, что касается сайта, все визуальные моменты, да и вообще все, что нас с вами ожидает, я рассказал. Ну вот, в принципе, и все, что я хотел вам сегодня рассказать, показать про изменения на сайте. Постарался сделать ролик не длинным, но получилось, как вы видите сами, как получилось. И еще хочу напомнить, что если вы не делали заказов на сайте Computer Universe и собираетесь сделать в ближайшее время, можете ввести промокод, который вы видите на экране. Он даст вам скидку 5 евро, и вы сэкономите, да, не такую большую сумму, но, тем не менее, это будет какая-никакая экономия. И, друзья, не забывайте задавать вопросы в комментарии, представлять какие-то темы для роликов, для моих следующих роликов. Я обязательно все прочитаю, если будут комментарии дельные, возможно, даже он будет вот здесь, возможно, вот здесь даже будет комментарий. И проявляйте активность, это круто, и это действительно помогает мне развиваться, ну, в направлении, в том, в котором, как мне кажется, мы с вами были бы, ну, более полезны, что ли. Итак, ладно, не буду затягивать, всем спасибо, всем удачи, хорошего настроения и всем пока.